Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге «Кто есть кто?» Составитель Бетти Редис, дополняя какими-то данными из Википедии, из интернета. Геродот. Греческий историк, отец истории. Из Геликарнаса переехал на Самаэ, а потом в Афины. Много путешествовал по Египту, Восточной Европе и Азии. Умер в Фуриях, это Южная Италия. Описывая своей девятитомной истории войну между греками и персами, Геродот впервые отнесся критически к своим источникам и систематизировал факты. На греко-персидскую войну Геродот смотрел как на конфликт европейских и восточных идеалов. Свои наблюдения, сделанные во время путешествий, Геродот использовал для антропологических и географических отступлений. А Египту он посвятил целую книгу. Известен колоритный эпизод, когда Геродот и его собратья-греки называли «отцом лжи». Геродот был практически свободен от национальных предрассудков. Понимание культурного многообразия народов и глубокий интерес к отдельным личностям делают Геродота одним из самых интересных античных авторов. Ну вот так вкратце о греческом историке, которого называли «отец истории», в кавычках, Геродот. Пока-пока, до свидания.